И всем здорово, с вами как всегда я Артём, и вы на канале Федерация Куди. В прошлом видео по Melon Playground я вам говорил, что мы будем тестировать оружки, поэтому погнали. Начнем сначала с обычного пистика. Так. Ой. Извините. А, стоп. Это уже активатор. Sorry, please. Так, сейчас. Так, сейчас прям. Минутку. Он что, неубиваемый? А, вот. Так, погнали к следующему оружку. Ну, вот такому. Блин, сейчас. Так. Ой-о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 й
Все, мы его кикнули. Так, поворачиваем и берем револьвер. Так, аккуратненько. Есть. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ай, блин. Так, надо ему. Все. Уступчу. Так. Все, мы опять его кикнули. Ой, господи. Опять спавним. Опачка. Так, теперь этот добавит. Да мы его за один выстрел. Блин. Фух. За один выстрел. Теперь вот этот. Сейчас. Опа. Так. Опа. Ну все, мы его кикнули. Да. Опять ставим. Следующий пистолетос. Ой, зачем мне это? Так. Ой. Ладно, сделаем вид, как будто мы уже... Мы вот этого... Это уже... Да господи! Да, что такое? Да что с дисплеем? Куда он игрока выкидывает? А, стоп, тут стиратель стоит. Я думаю, что происходит. Так, спускаемся. И берем теперь оружки поинтереснее. Все, мы его сделали. Следующее. Ну все, мы его опять кликнули. Теперь следующее. Ну все, мы кликнули опять. Так, ну теперь... Гранатомет. И... Ну, перестарался. Ладно. О, ну тут еще куча оружий. Поэтому, видимо, ну, тут обычная вода. Тут нечего и говорить. Ну, переходим к другим оружиям. Извините, прошу прощения.
Нет, вообще не просто. Извините. За это просто я только что напиток выпил. Так, вот теперь оружие посерьезнее. Так, так, так. Так, так. Попкорн, как в прошлой серии, там подрывали пуканы. Вроде это мы не пробовали. А ты что тут пробовал? Просто пуканы потушать. Ну, давайте оставим. Оставим, что ли? Берем. О, тут уже никакой огнетушитель не поможет. Спускаем. Вот это берем. Ой, я не ту кнопку нажал. Извините. Опять берем. Так, теперь очень серьезное оружие. Вот этой стороной. Пак, алики каджи. Блин. Вот теперь алики каджи. Что не запускается? Алики каджи. Так, берем вот это оружие. Что она делает? Мы за один раз кикнули. Опачки. Теперь берем вроде вот это оружие. Спокойной ночи. Это еще рада. Мы еще это не испытали. Что это вообще за себя представляет? Ну нет, до сих пор живой. Да алло, ты че? Бессмертный? Он бессмертный. Следующее оружие. Да господи, извините. Что у меня тут? Я просто... Это лазерка. Оп-хоп-хоп. Так-так-так. Осталась последняя оружка. И что это за себя представляет? На чем стреляет? А, на звуков стреляет. Ну, короче, обычное оружие, ничего за себя не представляет. Ну, этот сезон подошел к концу. Если вы хотите больше таких, вот таких видео, тогда поставьте 5 лайков, и мы в следующем видео будет... Извините, sorry, please. Просто, ну вы поняли, я же напиток пил. Извините, что тут такие проблемы. Ну тут, короче, все. Спасибо за просмотр. И ждем вас снова. В следующем видео будем пытаться, вот типа, что, вот, где, ну, где. Вот тут еду на шприцах и всякие вещи еще попробую из этого раздела. И с вами, как всегда, я был Артём, и спасибо за просмотр. Вы были на канале Федерация Кузи. И на этом арбузе мы заканчиваем видео. Всем пока!